что в ее голову это залетает. То есть сейчас очень много тренингов для подростков. Вообще, честно вам скажу, да, не бойтесь тренингов, потому что и не бойтесь детских тренингов. Пришел? Не берет телефон? Не бойтесь женских тренингов, не бойтесь... Сейчас. Мое искреннее понимание сегодня, то, что происходит, это тренинги очень сильно тебя сдвигают и очень сильно сдвигают картину мира твою. И тренинги сегодня сдвигают картину мира намного сильнее, чем образование. То есть высшее образование, оно, конечно, ценно. Оно дает тебе возможность научиться учиться, но оно не дает возможность тебе научиться жить. Оно тебе дает какие-то социальные связи в профессиональной сфере, но ты никогда не проработаешь свои какие-то внутренние блоки. Одна из самых хороших профессий, которая есть в современности сегодня, это торговый представитель или агент по продажам недвижимости или еще чего-то там. Любые продажи – это проработка, вы не представляете, каких блоков. Есть ли в продажах здесь? Помните свою первую продажу, да? Я вам клянусь, я плакал. Мне сказали, зайди в магазин, это очень лояльный магазин, ты туда сейчас зайдешь и продашь легко, короче. Я захожу, и там стоит женщина такая, знаете, вот как советская такая, вот отойдите от прилавка, которая говорила, помните всегда? Ты вроде к ней в магазин пришел, она говорит, отойдите от прилавка. И я вот захожу, здравствуйте, фирма там что-то, я хотел бы, пошел нахуй отсюда. Это была первая продажа. Я вот так этот свой свернул, вышел на улицу, с меня стоит, ждет, я же стажер, и я стою, и с меня вот так слезы текут, я не могу остановиться. И этот парень говорит, что с тобой? Ну, мне нахуй послал. И вот у продажников очень много меняется внутри вот этих вот эго конкретно твое, вот по нему ездит просто каждый день. Тебя ну нахер посылают, то тебе обещают и потом не платят, да? То есть очень сильно вот эти взаимоотношения, это прорабатывается очень много пока. Люди, которые там вот системные администраторы, какие-то вот бэк-офисы, кто сидят, да, у вас зажимов очень много, потому что вы не как бы нет контактов с людьми. И такие, мне любую работу, только не продажи. Слышали, да? Такое говорят. Потому что продавать это не мое. Сегодня все продажи, и очень важно, чтобы вы учились продавать. И через продажи выходит очень много блоков, эмоциональных блоков. Очень сильно прорабатывается эго, потому что продавец с гордыней не продает ничего. Тебе нужно поклониться, тебя там в лицо плюют, да, так приятно, у вас такая слюна вкусная, а не хотели бы мою ручку приобрести, да? То есть... Поэтому вот... Эти профессии, они вот такие вот люди, они подвижные. Вот настоящие продажники, кто работал в продажах больше года, их видно, вот, ну вот у них глаза бегают, они вот какие-то там ищут возможности. Но на этом тоже мы ловим стрессы большие, да, и когда ты вот это вот сейчас, то, что было, это все выплакивается, кричится, это тоже ну, очень больно, очень неприятно. Люди, которые отстраненные немножко от социума и профессии, где они не работают с людьми, у вас ну, такой небольшой страх знакомства, да, там, ну, вот какого-то такого. Поэтому я всем рекомендую, хотя бы там вот на недельку официантам, торговым агентам, ну вот хоть куда, хоть в сетевой бизнес, хотя бы зайдите, посмотрите и попробуйте вот эти холодные контакты, это просто жесть какая-то. Я до сих пор боюсь, честно. Я до сих пор боюсь. Я могу, но я боюсь. Все равно как-то так, знаешь, что-то как-то. Ага.